Всем привет, мои дорогие прекрасные девушки. Я очень извиняюсь, это видео я давно должна была публиковать, но я снимала его еще до начала войны, и потом у меня просто не было, ну, ни времени, ни желания его редактировать, и кое-какие кадры даже я стерла со временем, ну, нечаянно из своей памяти, нужно было память освободить в телефоне. Поэтому начало видео пропало. Я вам тут кратко расскажу, о чем это было. Я заказала две палетки, заплатила за них, а все остальное мне прислали бесплатно. И в этом видео вам показываю свои бесплатные подарки. Вот. Среди них это было молочко для тела и парфюм Miss Dior. В этом парфюме содержится запах цветов ириса, пиона, ландыша и многих других, роза также. И еще нотки цитрусовые, нотки сандала, мускуса. Очень приятный запах. Он, к сожалению, не очень стойкий и не держится. Так, что еще хотела сказать? И сейчас я вам покажу отдельно подарки, которые мне подарил Dior. Как вы знаете, я уже про это рассказывала в своих видео многочисленных про Dior. Смотрите плейлист Dior Freebies. Как вы знаете, Dior дарит подарки своим покупателям. Вы просто-напросто заказываете то, что вам нравится, и таким способом вам начисляют баллы. Также можно играть в игру бесплатную, отвечать на вопросы всяческие викторины, и тоже вам дарят бесплатные баллы. И эти баллы вы потом обмениваете на виртуальные денежки, на которые можно выбирать себе любые подарки. Сейчас я вам буду показывать эти подарки и рассказывать о них. Приятного вам просмотра. И всем пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайк под видео. Мне будет очень приятно. Расскажу вам, что Dior дарит бесплатно, если играть с ними в интересную игру, то есть быть подписанным на их программу лояльности для клиентов. Смотрите, это все получила бесплатно. Сегодня ревил наконец-то покажу вам, что же это такое. Я получила вот такой волчок, посмотрите, с парфюмами. Суть заключается в том, что мы распыляем один из выбранных парфюмов. Смотрите, на этот волчок. Вот так вот. И затем крутим. Крутим-вертим, крутим-вертим. И по комнате разносится прекрасный запах Dior. И нервы успокаивает, и для парфюмерных маньяков, мне кажется, очень интересный вот такой волчок. И тем более это бесплатно, поэтому неимоверно приятно, мне кажется. Здесь у нас три парфюма также, посмотрите. Один из них Rose Kabuki, второй Gris Dior и третий, какой у нас здесь, Bois d'Argent. И все эти парфюмы у нас, как вы знаете, относятся к линейке парфюмов Privé. То есть они намного дороже, чем остальные парфюмы дома. И вот такие вот эксклюзивные, интересные парфюмы. Хотите, распыляйте на волчок, хотите, носите с собой каждый день. Носите их на себе, девочки. Вот такой первый подарок я получила, просто играя в игру. И второй подарок — это уже за покупки. Когда вы тратите определенную сумму на сайте Dior, потратила 400 евро и получила статус «Золотое членство», или как он называется, «Золотая карта лояльности», и мне прислали вот такие вот подвески для сумки. Они кожаные, не знаю, как на сумку. Буду ли я вешать эти подвески? Ну вот звездочка, как вы знаете, которая приносит удачу. Пчелка, которая символизирует тружениц в ателье Dior. И сердечко. Вот такие символы дома. Не знаю, буду ли их носить на сумке, конечно же. В этом я совершенно не уверена. Но на елочку, к примеру, можно подвесить. Интересные такие вот шармы, подвески для сумочки. И это, как вы понимаете, совершенно бесплатно. И у них сейчас меняется каждый год вот это предложение. Сейчас за золотое
Членство дается другой подарок. Там зеркальце идет в красной обложке. Еще что-то интересное. Не знаю что, потому что я это не получала, но я скоро получу платиновый подарок и вам расскажу.